Правда ли, что снижение инфляции – это снижение цен, и было бы хорошо, если бы цены вообще не росли? Давайте разбираться. Инфляция – это всегда рост цен. Когда мы говорим, что инфляция снижается, это означает, что цены все так же растут, но медленнее, чем в прошлые годы. Например, в декабре 2023 года инфляция была 7%. Это значит, что товары и услуги стоили в среднем на 7% дороже, чем в декабре 2022 года. Тогда, к слову сказать, инфляция была 11%. Что касается нулевой инфляции, то при ней в целом замедляется экономическое развитие. Люди теряют стимул для потребления и сбережения. Бизнес лишается покупателей, выручки. А значит, и интереса развивать и расширять производство. А вот дефляция – это устойчивое снижение цен, она может привести экономику к катастрофе. Люди будут ждать снижения цен и откладывать свои покупки. Поэтому бизнес не получит прибыль, не сможет платить сотрудникам заработную плату. Будет вынужден сократить штат, многие лишатся работы. Поэтому для всех лучше, чтобы инфляция была стабильная и низкая. Банк России стремится к ее значению вблизи 4%.